Едем. Провалился олень. Юра, осторожно, сам еще рухнешь туда. Он что там делает-то? И вокруг ходит второй. Это в моем проломе, да? У меня лопатка есть. Серега! Просто замело, что ли? Почему замело? Мой пролом, в который я провалился. Он же здесь где-то. Там, кстати, пустотка. Я здесь я здесь проваливался на снегоходе в этом месте. У меня оно обозначено. Обратно идет его друг. Молодец какой, не бросил. Ай, молодец. Жди, жди, сейчас вытащим. Как бы даже и не видно было бы, если бы ну, все равно немножко, чтобы освободить ему для маневра этот место. Иди сюда. Давай, 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 пошел, пошел, старайся. Помогай. Сам-то шевелись, нет? Все, все, жопа открылась. Все, наш, вытащим и отпустим. Давай, 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 родной, давай. Юрий Викторович, спаситель. Молодец. Ну, старайся сам-то, давай. Он же копытами не шевелит. Ну, немножко шевелит. Давай, родной, давай, давай, давай. Ай, молодец. Давай, уходи в сторону, уходи. Болотиной. Ой, он там давно сидит. Ну, расходится. Нормально будет. Все, пошел, пошел. Весело пошел. Ну что? Поздравляю вас, во-первых, ребята. Юрий Викторович, молодец. Спаситель. Спаситель. Еще оператор здесь был. Побежал. Ай, молодцы. И вон у него товарищ еще стоит. Сейчас его найду. Вот интересные животные, молодцы. Все, дождался друг своего провалившегося товарища. Встретились. Ходят. Будет жить нормально, все. Давайте, ребята, берегите себя.